Добрый день! И у нас в гостях наша постоянная гостья Виолика. Виолика. Восходящая звезда. Виолика, расскажи, что у тебя произошло вот за этот период времени, пока мы не виделись. Ой, да много всего. Я записала новую песню, называется «Не могу без тебя». Она уже звучала, неофициальной премьерой была, а сегодня уже официальная премьера. Ну, также мы уже начинаем готовить еще одну новую песню. Пока секрет, пока все это в разработках идет, готовится. Так планируется много-много проектов. Это очень интересно. То есть сегодня будет премьера твоей новой песни, правильно? Да, конечно. Она вообще уже давно в релизе, но сегодня как бы официальные видео будут. Виолика, а скажите, пожалуйста, называется песня «Я не могу без тебя»? Она кому-то посвящена? Ну, вообще, да. Каждая моя история посвящена отдельным людям, отдельной истории из моей жизни. Это как бы личные факты про мою жизнь. Отдельные песни посвящены отдельным личностям. Это очень интересно. Скажите, пожалуйста, как вам именно сегодня атмосфера здесь? Сегодняшняя атмосфера меня очень радует. Весенняя такая, воздушная. Много народа пришло сегодня. И погода устраивает. Мне сегодня очень солнышко светит. Теплота. Прям весна настоящая. У нас как раз сегодня весенний вечер. Что вы пожелаете всем-всем-всем? Я всем желаю здоровья, любви и весеннего прям вдохновения такого. Да, я прям чувствую от Виолики, на самом деле, прям такой вот заряд энергии. Вот, Виолика, мы желаем вам также сегодня прекрасного выступления, премьеры песни. И с весной вас поздравляем. Спасибо. Спасибо большое. Вас тоже с весной и со всеми весенними праздниками. Спасибо. Спасибо.